Более 10 тысяч подписей собрано в России за возвращение в школьное расписание астрономии. С инициативой вернуть предмет в программу в Министерство образования обратились ученые Российской академии наук и преподаватели МГУ. Астрономию перестали преподавать в школах с 1994 года. Сначала предмет изучали в специализированных кружках, а затем и вовсе исключили из перечня. Два года назад социологи выяснили, что большинство жителей страны не знают даже основ науки о космосе. Возвращение астрономии могло бы стать прекрасным подарком обществу к 55-летию первого полета Гагарина в космос, который будет отмечаться в апреле следующего года. С вопросом, нужна ли астрономия в школах, на улице края вышли и наши корреспонденты. Для общего развития, я думаю, он не помешает. Ну, как бы, чтобы о планетах и всяких знали, там, о звездах, чтобы о космосе больше было сведений у людей. Я изучал, так это давно было. Предмет нравился? Нормальный предмет. Ну, в принципе, никак. Не обязательный предмет, я считаю. То есть пожелание? Предмет. Ну да, пожелание. Ну, конечно. Про космос все всегда интересно. Что там? Да, мы учили астрономию в школе, и вы знаете, предметы нравились. Конечно, уже что-то забылось, что-то помнится, но, по крайней мере, когда я бываю на своей даче, и вечером выходим мы на улицу, я всегда узнаю такое созвездие, как Большая Медведица. Я от Большой Медведицы нахожу, где полярная звезда. И у меня сейчас внук, ему 15 лет, он мне все время говорит: «Баба, какое прекрасное небо, сколько звезд, в городе этого не видно». Кстати, есть народная традиция. Если очень хочешь исполнения желания, загадай его при появлении первой вечерней звезды, оно обязательно сбудется.